Опять весна, опять хочется в Париж. А вы что же, там были? Нет, я уже хотел. Прив, чё дел? У тебя что, буквы на телефоне платные? Идет девушка по улице, слушает музыку. Настроение отличное. Тут подбегает совершенно незнакомый парень и вручает ей букет цветов. Только вечером она узнала, что в городе проходил внегласный флешмоб. Подари надежду страшненькой. Ну ничего, я тебя запомнила, я тебе подарю. Чем занимаешься по жизни? Я акционер. Покупаешь акции? Покупаю по акции. Вчера психанул и ушел из дома. Что дальше? Вспомнил, что живу один и вернулся. Если женщина говорит, что отдала вам лучшие годы своей жизни, то это не жалоба, а комплимент. Значит, до вас у нее были худшие годы.